Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупки в Wildberries, Яндекс.Маркет, возможно, Озон. Итак, поехали. Покупочки в Wildberries. Что здесь у нас? Паркеты. Ехали до меня целый год, ну неделю точно, 100 рублей где-то стоит. Ротфронт у меня такие батончики любят все, дешево. Работники пункта выдачи сказали мне сначала, что они отправили их назад, потому что что-то упаковка повреждена была или что-то такое, но в итоге не пришли. Хотя он мне уже сам там практически с телефона написал в службу поддержки, чтобы этот заказ отменили, но они, видимо, положили другие, прислали. Они были в коробке, я просто одну коробку подарила пункту выдачи, мне столько дома не нужно. И дрожжи, девочки скидывали, по-моему, Аня скидывала в Телеграм, набор дрожжей за копейки. Прям вот за копейки. Здесь их много. 10 пачек я посчитала. 100 пудов. Я ни разу не брала эту марку дрожжей. Кто писал, кто пробовал, напишите обязательно. Быстро действующий. Один пакетик на 500 грамм муки. Граммовка 6 грамм. Ну, немного здесь, кстати, в пачке. Я беру другие, там 11 грамм в пачке. Но все равно дешево. Все равно выходит дешево. Так, что у нас тут? Письмо Деду Морозу. Уже пора отправлять. Уже про Ксюшки, за себя и за Кристину писать письмо. Приходит вот в такой вот упаковке и переложено сзади картоном. То есть, чтобы письмо при транспортировке не помялось. Ничего, сейчас открою, покажу. Вот так выглядит письмо. Я его уже сложила. Красиво так, компактненько. Вот сюда вот задевается за печать и закрывается. Вот тут адрес можно написать. И внутри оно выглядит вот таким вот образом. Ксюшка сейчас пока пишет и за себя, и за Кристюшу. Как Кристюша у нас научится писать, будет писать сама. Подарок наклеечки лежали. Очень мимимишные. Очень приятно. Девчонки сегодня куда-нибудь налепят обязательно. С Новым годом. Елочка вот красивая такая. Можно что-нибудь украсить. Ну и все. Хорошее письмо, классно. Еще и подарочек супер. Покупочки Яндекс.Маркет. И здесь у нас что? Здесь у нас интересная масочка для лица. Кто-то из девочек хвалил в Телеграм. Какая масочка? Пилинг, девчонки. Пилинг от Комплимент. Мне вообще Комплимент не очень нравится. Но Оля, да, по-моему, хвалила у нас в чате в Телеграм вот этот вот пилинг. Сказала, что кожа после него прям классная. Будем пробовать. Их там три вида. Самый дешевый этот пилинг на Яндекс.Маркете. Профессиональный энзимный пилинг для лица. Гиалуронка, папайя, аха-кислота. Аха-кислота, вообще это мощные кислоты, поэтому должно быть хорошо. Но он прям был вот белесый, наносился, по-моему, как масочка, если я не ошибаюсь. Способ применения. Состав заклеили этикеткой. Ну, вообще, ну, это... Нанесите тонким слоем, предварительно очищенную, ну, понятное дело, кожу сухую на 10-15 минут аж. Подозреваю, что здесь немного кислот. При использовании пилинга рекомендуется нанести увлажняющий крем с SPF защиты. Это мы все с вами знали. В общем, вот таким вот образом он выглядит. Цена вопроса 100 рублей, поэтому попробуем, потестим с вами вместе. Уходовый, может, ролик будет отдельно. Так, и вот такой ручной пресс для чеснока взяла. У меня до этого был добротный, знаете, такой железный, ну вот, с ручкой, где еще есть там для косточек, давилка. Он у нас сломался на днях. И он у нас сломался, хотя он очень удобный, но я решила, что хочу попробовать вот такой. Мне стало интересно. Взяла салатовый, вот такой зелененький, естественно. Дешевле всего тоже был на Яндекс.Маркете, попробую. Кому-то нравится, кому-то не нравится, я думаю, мне будет удобно. Так раз, и маленький такой моется быстро, и цвет подходит. Ну, в общем, прикольно. И еще одна очень классная покупочка Wildberries, это диффузор от Elem Home. Сейчас все распакую, покажу. Смотрите, как он приходит, то есть коробочка, еще пупырочка. Прям с заботой о покупателе. И внутри у нас с вами вот такая красота. Это туба, в которой находится, собственно говоря, сам диффузор. Это моя повторная покупка, потому что я в дичайшем восторге от первого диффузора. Он у меня еще не кончился. Все покажу, расскажу. Хватает, ну сколько уже, практически 3 месяца, наверное, прошло. Ну, может быть, 2,5, как я приобрела первый. И там еще есть. Мне захотелось на кухне поставить тоже такой диффузор, только выбрать другой аромат. Это, кстати, как классная идея подарка на Новый год. Потому что ароматы очень стойкие, очень люксовые, очень вкусные. Они действительно витают в помещении. А сейчас зимой хочется придать, не знаю, какого-то уюта, что ли, дому. Какого-то
аромата яркого, потому что мы больше времени проводим дома, ну и вообще сама вот эта новогодняя атмосфера, зимняя атмосфера, она всегда окутана какими-то согревающими ароматами. Итак, давайте открывать. Кстати, тубы тоже приходят запечатанные. Вот здесь у меня название аромата. У меня, смотрите, оранж, жасмин и ванила. Классный, зимний, теплый, согревающий аромат. Отклеила наклеечку и открываем. Что мы видим с вами внутри? Мы видим с вами 7 палочек. 7 палочек мы вставляем тогда, когда хотим прям очень насыщенного аромата. Мне достаточно 3-4, чтобы вот в зале у меня стоит первый аромадиффузор, чтобы аромат витал во всем помещении. Но и ставить тоже их нужно правильно, об этом тоже обязательно расскажу. Теперь достаем с вами все самое интересное. Все замечательно просто упаковано. Просто отлично. Здесь еще бумажка. Вот так. Сейчас все распакуем. Так, здесь у нас с вами тоже бумажка какая-то интересная. Сейчас я ее извлеку, почитаю. Смотрите, ну это презентация бренда. У них действительно очень много ароматов. У них есть еще диффузоры и для автомобиля. Сейчас зимой и в автомобиле тоже хочется чувствовать себя комфортно. Интенсивность аромата зависит от количества палочек. Это действительно так. Переворачивать палочки при необходимости усилить аромат. Да, я где-то вот раз в неделю, раз в 2 недели вспоминаю, подхожу к диффузору и переворачиваю их. То есть, если они стояли вот так, то переворачиваю их наоборот, и аромат становится еще ярче и насыщеннее. Обязательно обращаем внимание на то, что аромат должен летать в воздухе. То есть, мы выбираем место с хорошей проходимостью воздуха. То есть, не ставим в угол, не ставим возле отопительных приборов, потому что у нас тогда просто все-напросто испарится очень быстро. Да? Это должно быть такое место, где действительно есть проходимость воздуха. Достаточно свободная, с хорошей циркуляцией на уровне пояса, да, то есть совсем высоко или на пол ставить тоже, ну, как бы, не стоит. Можно переставлять в разные места и смотреть, как аромат будет играть в помещении и подобрать для себя наиболее идеальное место. Так, и избегаем прямых солнечных лучей, ну, сейчас зимой нам это не грозит с вами, да. А восприятие аромата всегда индивидуально, это естественно. Цитрусовые свежие ароматы более деликатные, мягкие, древесные, пряные, более густые и яркие. Красота. Вообще очень презентабельно, девчонки, вот прям очень презентабельно. Вот так презентабельно и очень стильно выглядят сами флакончики. Здесь 100 мл, прописано название, вот такая красивая пробочка. Флакон из такого темно-серого стекла, естественно, стекла. Это все стекло. Невероятно дорого, богато, стильно и красиво. Минималистично украсить абсолютно любой интерьер, любую комнату, любое помещение. Давайте открывать. Что хочется еще отметить, используются составы абсолютно безопасные для здоровья, то есть экологичная база. Еще один момент, что в составе премиальные парфюмерные масла из Франции. Тяжело выходит крышечка, она такая как бы пробковая. Мы ее с вами вот так вот выкручиваем, выкручиваем, выкручиваем и открыли. Я сейчас буду наслаждаться ароматом. Боже, какой он классный, девчонки. Ой, какой он классный. У меня здесь на первое место выходит апельсин. Даже цветок апельсина. Я обожаю эту ноту в парфюмерии. Мне хочется такой парфюм. Вот честно, мне хочется такой парфюм. Я сейчас зимой в холодное время года хочу ощущать на себе такой парфюм. Слушайте, надо отлить в какой-нибудь пробничек и ходить духариться. Я вставлю пока 4 палочки. Потому что мне этого вполне достаточно для помещения. Он безумно вкусный. Я не оставлю этот аромат на кухне, нет. Я отнесу его в зал. Когда нарядим новогоднюю елку, этот аромат просто сделает праздник. Он невероятно согревающий, теплый. Апельсин здесь такой натуральный, такой красивый, такой свежий какой-то, громкий. Я не скажу, что здесь ваниль или жасмин что-то перебивают. Они где-то там на заднем фоне дополняют всю эту композицию. И она получается невероятно крутой. Вообще потрясающе. Мне очень нравится. Кстати, у них много ароматов по мотивам премиальных. К примеру, табак, ваниль по мотивам Tom Ford, черный перец, амбра, нероли, апельсин, жасмин и ваниль. В данном случае мой. По мотивам Зеленский Розен. Кирке, представляете? Боже, я теперь знаю, какой я хочу парфюм. Благодаря диффузору я знаю, какой я хочу парфюм теперь. Нет, но мне хочется именно в таком исполнении. Я хочу именно им обливаться. Супер.
Вот так я его хотела оставить на кухонном столике, но нет, девчонки, это не кухонный аромат. Этот аромат хочется ощущать в помещении, где ты проводишь больше всего времени, и в спальню, и в зал, где будет елка. Вот этот аромат мандаринов витать и перемешиваться с вот этим вот люксовым диффузором, ну вообще супер. Я уже чувствую, кстати, аромат. Палочки начинают потихоньку напитываться. Я сейчас поставлю его на ночь в зал. И завтра вам обязательно расскажу про свои ощущения, как наполнится им комната. И обязательно покажу предыдущий диффузор и расскажу, чем понравился именно он. Ну и вот так у меня стоит новый диффузор. Проснулись утром, палочки все уже напитались, они довольно быстро напитываются. Аромат невероятный, девчонки. Новогодний, теплый, согревающий, просто классный. Это у меня старый диффузор, наркотик. Называется «Аромат». И смотрите, сколько его осталось. То есть еще месяца на три. В общем, диффузор с четырьмя палочками, если четыре вставлять, ну практически на полгода хватает. Поэтому это круто, это идеальное соотношение цены и качества. По вот этому аромату, кстати, здесь... Очень интересный такой, знаете, из разряда дорого, богато и привлекательно. Очень дорогой, интересный, вкусный, насыщенный. Вообще, диффузоры от LM Home – это самые красивые, самые ароматные диффузоры для дома. Вот лучше я нигде и никогда не встречала. Я могу вам сказать открыто и честно, поэтому рекомендую искренне. Радуйте себя и близких, покупайте на Новый год. Ссылочка в описании под роликом. Переходите, смотрите, знакомьтесь, заказывайте. А мои отзывы только положительные. Я просто в восхищении. Во-первых, хватает надолго. Во-вторых, аромат невероятный. Я нашла им место вот такое вот здесь. Более-менее у меня продуваемое. Я пробовала на разные ставить места. И вот здесь раскрывается больше всего. Второй диффузор я сейчас отнесу в спальню или в детскую куда-нибудь поставлю старый. А вот этот прям хочется ощущать и ощущать, когда мимо проходишь, аромат более насыщенный. А так проснулись сегодня, когда в зал вышли, прям... вот этот сладкий апельсинчик, что ли. Сладкий апельсин, да, будет правильное описание. Прям витает во всей комнате. Невероятно красивый, вкусный, такой люксовый аромат. Супер. Купочки Wildberries. Пришла пленочка. Заказывала в детскую. Не совсем салатовая пришла, но камера вам делает ее совсем зеленой. Нет, она более салатовая. Обклеить верх кровати, который заменяли. Сломался у нас, и под цвет теперь он не подходит, и нужно обклеить. Хотела сначала покрасить, потом кто-то, Аня, по-моему, в Дзене написала, что можно поклеить. Действительно, что заморачиваться-то? Поклеим, сейчас красиво вырежем. И как раз для поклейки заказала еще инструменты. Про кровать ролики в Дзене есть. Так, взяла вот такой шпатель, он называется шпатель для поклейки обоев, по-моему. Я хочу им разравнивать пленочку, очень удобно. Здесь много граней, то есть вот коротенькая, вот подлинней. Вот такая, не знаю вообще для чего, может что-то наносить. Но держаться вроде более-менее удобно, такой он прям большой. И заказала канцелярский ножик, вот такой вот малюсенький. То есть здесь не обычный, он такой обычный у меня есть, а вот такой вот, видите, лезвие тоненькое, длинненькое. И одно, по-моему, два в запасе получается, вот чтобы обрезать красиво. Я когда шкаф оклеивала в детском, у меня таких инструментов не было. И кое-где неаккуратно, скажем так. Сейчас я хочу сделать красиво, аккуратно. Сниму обязательно в Дзене ролик короткий и покажу до и после. Так, что еще интересного пришло? Вот в такой коробке в пупырке сразу распаковала кондиционер. Десайт, по-моему, я что-то брала их бренда по 110 рублей. 50 стирок. Мне показалось это очень дешево, но отзывы были хорошие. И хочу... потестить. Именно вот такую вот цветочную сакуру взяла. Мне показалось, что мне понравится. Био с оттенком сладкого вкуса вишни, легких нот розы и бергамота. Сейчас попробуем. Вот состав показываю, кому интересно, кто разбирается. И вроде как эко-биоразлагаемый продукт. Сейчас открою, понюхаю. Так, что еще интересного взяла? Вот такие вот. Да, сейчас будем мандаринчики. Бери, сейчас тебе папа там очистит. Неси в зал мандаринчики. Сама умеет, да. Вот такие текстовые делители. Сейчас открою, тоже посмотрю. Интересные. У меня Ксюха любит пастельные тона. Мастера тоже все куда-то подевались, позаканчивались. Очень бюджетно. Здесь сколько цветов. Недавно вот был нужен красный. Молодцы, кстати, тоже в пупырке прислали. А его не оказалось, поэтому заказал запасной набор. Так, сейчас открываем. На самом деле они прям такие яркие. А, ну нет, нет, бледненько рисует на белой бумажке. Вот сам наконечник яркий, а рисует вот так бледненько.
Вот, ну прикольные, такие пастельные тона выделяются, там по некоторым предметам можно им выделять, поэтому пусть будет. Так, открыл, он почему-то вспенился, взболтали мы, наверное, его в пути, но, по-моему, у него такой розовый, такой его бледно-розовый, жидкий, как водичка, в принципе, как кондиционер и Faberlic. Ну, а душка, девочки, такая зимняя, согревающая. Действительно, вишня. Действительно, какие-то цветочки. Но на первый план прям выходит вишня. Достаточно сладкая, но с кислинкой. Вишневый компот из детства. Слушайте, вот так мне очень нравится. Прям вишневый компотик, вот честно, хочется выпить. Прям вот он на первом плане, натуральный вишневый компот с кислиночкой. Очень вкусная душка. Посмотрим, как будет на белье. Потом расскажу. Так, конечно, жидкий. Ну, Faberlic тоже жидкий, но все смягчает. Вообще, посмотрим, за 100 рублей интересно потестить. Ну и на этом все, мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на диффузор. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.